В преддверии Нового года зима подарила нам сказочную зиму. И может быть хорошо, что коммунальные службы не успевали убирать снег. Зато мы увидели в нашем городке настоящую сказку. Я предлагаю вам посетить нашу аллею героев. Для тех, кто не помнит, я покажу, как она выглядит в летнее время. Загрузим Google Earth и отправимся в путь. Для начала мы увидим нашу Чкаловскую с высоты птичьего полета. Увидим и поселок, и аэродром. Снизимся над сквером, где расположена аллея героев. И опустимся на землю перед памятником. И посмотрим на аллею героев в летнее время года. А зимой все выглядит по-другому. Давайте пройдемся по аллее и вспомним наших героев. Громов Михаил Михайлович. Беляков Александр Васильевич. Байдуков Георгий Филиппович, Чкалов Валерий Павлович, Гагарин Юрий Алексеевич, Роскова Марина Михайловна, Осипенко Полина Денисовна, Гризодубова Валентина Степановна, Ильин Олег Геннадьевич, Савгиренко Андрей Викторович, бывший фонтан, не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.